Однажды мы с друзьями водили хоровод на Новый год. Но там, наверное, было несколько человек, а здесь мы увидим огромный хоровод на всю Дворцовую площадь. Что такое хоровод мира? Хоровод мира – это когда все люди, которые здесь на площади, возьмутся за руки. Мы образуем несколько кругов, круги как матрешка. И все дружно запустим волну мира. Все подумаем о том, что пускай мир наступит во всем мире. Объединимся мы, объединится весь мир. Есть шанс, что весь мир объединится. Поэтому хоровод мира, он запускает как раз-таки вот такую мечту на то, чтобы все люди объединились, чтобы все войны прекратились. Вот мы хотим запустить такую волну по всему земному шару. Как правильно водить хоровод? Нужно всем дружно встать за руки и идти по часовой стрелке. Это было еще заведено с давней Руси. Даже маленькие детки умели водить хороводы. Давайте мы и вас научим. Надевали свои лучшие наряды, и я в своем любимом платье. А парни выходили с балалайками и гармошками. Так было веселей. Хорошо, как нам хорошо, хорошо. Происходит объединение людей так, как не происходит нигде. Если вы будете водить хороводы с мамами, с папами, своими друзьями, вы будете очень дружные, вы будете понимать лучше друг друга, чувствовать лучше друг друга. Милана Легостева и Азизбек.